Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Ford Kuga 2011 года выпуска с бензиновым двигателем, с коробкой Power Shift. Пробег у автомобиля 70 тысяч километров. На машине производилось плановое ТО 70. Меняли масло и фильтра. Сейчас идет процесс замены задних тормозных дисков, колодок, ну и разработка самих механизмов ручного тормоза. Заклинил механизм, и при нажатии затяжки ручника трос затягивается и назад не возвращается. Будем сейчас снимать суппорта, разрабатывать сам механизм, ну и потом продолжим дальше. По задней подвеске производился ремонт, также меняли задние поперечные рычаги, сайлентблок заднего продольного рычага, чуть позже вам покажу. Менялось масло в коробке. Вот этот старый воздушный фильтр, видите, загрязненный. Это сайлентблок с переднего рычага. Оборвало резинку, соответственно, менялся только сайлентблок. Это рычаги задние, которые мы меняли. Ну и сайлентблок поперечного рычага заднего. После ремонта ходовой части машина отправится еще на стенд с ход-развала. Ну и на этом ремонт будет завершен. Время потратим мы 11,5 часов. Сумма ремонта составит 22 350 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, удачи на дороге.